Помочь выжить у 9-летней Насти Коростылевой из села Благодатное Донецкой области эпилепсия. Ежедневные приступы не позволяют ходить в школу. Остановить их можно только лекарствами, но денег на приобретение препаратов у семьи не было. Их дом полностью сгорел. Историю продолжит Татьяна Блинова. Настя не посещает школу. Из-за болезни учится на дому. Страшные приступы могут начаться прямо во время урока. Сначала может сознание потерять, а потом судорожные такие у нее, все тело, лицо перекашивается. Эпилепсией болеет 6 лет. Ежедневно девочке необходимо принимать лекарства. Без этих препаратов они ж никак мы не можем, потому что они судороги вот эти вот убирают. Купить медикаменты самостоятельно семья не может. Из-за войны потеряли все. В наш дом прилетел снаряд. Мы чудом остались живы. Незадолго до этого Настю отвезли к родственникам. Дедушка Александр Федорович был в 5 метрах от эпицентра взрыва, в летнем душе. Влупила меня волной, выбросила. Бабушка Нина Петровна в этом доме прожила полвека. В тот роковой день она готовила кушать больной сестре, жившей неподалеку. После того, как оказались на улице, поселились у нее. Мы остались без ничего. Чтобы выжить, завели домашнее хозяйство. Настя с удовольствием помогает. Но без лекарств к девочке вернулись ежедневные приступы. Школьная программа дается с трудом. Наблюдаются серьезные проблемы с памятью. Мама Елена позвонила на горячую линию штаба Рината Ахметова. Помощь пришла незамедлительно. Хочу поблагодарить его очень сильно, сказать ему большое спасибо, что он всем помогает, что у него такое широкое, раскрытое, доброе сердце, что он всем идет на помощь. По программе штаба Ахметова «Лекарства детям» ребенок получил 3-месячный запас противосудорожных препаратов. Мы продолжаем выдавать, и в 2017 году у нас в планах есть продолжение данной программы, чтобы обеспечить ліками всех деток Донецкой и Луганской области, которые имеют заболевания астма, эпилепсия и цукровый диабет. Хочу поблагодарить за его помощь всем детям и нам. Гуманитарку спасибо, что дает. Нам она очень так нужна. Помогает. Более 7500 мирных жителей Донецкой и Луганской областей получили помощь на лечение от штаба Рината Ахметова. 3000 из них дети. Эта кошка пока единственный друг Насти. Это мамуля. Кнопка. Мы с ней друзья. Ее семья уверена, что девочка сможет ходить в школу и подружиться со своими сверстниками. Татьяна Блинова, Даниил Киреев, телеканал «Донбасс».